Как помыть сиденье кожаное? Вот вы видите, какое грязное сиденье. Они с воздухом, с обдувом, не получается, где-то, видимо, засасывает пыль. И потом пыль, видно, что остается прямо в точках. В принципе, только для этого с этим справится хорошо Торнадор. Ford Cayenne S. Сейчас я покажу, как это я делаю. Брызгаем моющим средством. Универсальное моющее средство. Оно как расщепляет грязь и жир. Бывает от разных фирм. Это я не... Даже, в принципе, не соль. Какая фирма. Все. Сейчас так вытираем. Сейчас нам на помощь приходит Торнадор. Начинаем выбивать эту грязь. В него я всегда наливаю чистую воду, так как здоровье дороже. Многие наливают туда химикаты. А химикаты, на мой взгляд, лучше наносить прямо непосредственно на изделие. А потом чистой водой выбивать. Если, конечно, Торнадора нету, то можно это все сделать щеткой. Правда, это будет все намного дольше. И дальше пылесосом, который может влагу сосать, все оттуда доставать, высасывать всю грязь. Вы не подумайте, что я одной и той же тряпкой все делаю. Просто для каждого средства у меня своя тряпочка. Просто они все одного цвета. И кажется, что я одной и той же тряпкой тру. Сейчас проходим чистой микрофазной тряпкой и чистой водой. Вытираем химикаты. После этого пылесосом достаем влагу из маленьких дырочек. Получается, грязь все тоже оттуда достается легко и просто. Сейчас надо его импрегнировать, чтобы кожа не сохла, но и не была жирная. Сейчас мы на него побрызгаем средством. Разные средства бывают. Все, вытираем тряпкой. Оно впитывается. И не блестит, и не мажется потом. Сейчас покажу попозже. Это уже впиталось. Все отлично смотрится. Так, ну все, оно подсохло, все. Не блестит. Смотрится как в принципе новая машина. Хотя пробег 150 тысяч и 6 лет. Самое главное, чтобы жирного не было. А то некоторые намажут на машину. Все, чтобы как было оригинально, ничто не блестело. Если у вас кожаный руль, никогда его не трите всякими химическими средствами, щетками, домашними губками и кухонными. Просто микрофазной тряпочкой с водой и все. Вы меня сейчас спросите, или уже спросили, а если у меня Торнадо нету, как я буду чистить кожу? То, что я показал. А вот можно так, это вот светлая кожа. Тоже так же. Наносим средство волшебное. И пошли. Или работаем щеткой, или губкой. Но губкой очень надо осторожно. Она краску снимает вообще. Лучше, вот для меня лучше щеточкой. Щеточкой прошелся. Щеточкой проходим. Затем вытираем тряпкой чистой. И пылесосим промеж швов, чтобы влагу достать с грязью. Конечно, Торнадор, когда есть, ты из-за всех щелей выбиваешь грязь. А так тряпкой ты просто, в принципе, вот так вытер. И все. Ну, для домашних условий, если у тебя там одна машина, раз в месяц надо вытереть, ничего страшного. А для производства, конечно, без такой штуки не обойдешься. И все, потом обязательно надо чем-то импрегнировать, чтобы кожа не сохла. И после универсального чистящего средства нужно обязательно обработать чистой водой,
Да, потом высохнет средством. У нас разная химия. И кох-химии, и, ну, короче, цили, ну, всякие, какие есть в наличии. Так что, так, сейчас потом покажу вам, как оно выглядит. Сейчас, кстати, здесь я уже одно сиденье обработал. Одно сиденье обработал, вот. Чистое здесь, я не знаю, видно будет, нет? Что оно темнее. Так что так. Ну все, новенькое стало. Чисто. Отлично. Я доволен. Ну, вопросы будут по чистке. Пишите письма, отвечу. Все, всегда начинаем чистить сверху вниз. Спинка, потом это и каждую часть по отдельности. Чтоб ничего не забыть. С вами был, как всегда, Алексей. Будьте здоровы. Чистых вам машин. И всего доброго. Пока.